министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис не будет принимать участие в заседании Совета министров юстиции и внутренних дел ЕС в Люксембурге. Позицию Латвии озвучит латвийский посол в ЕС Илзе Юхансоне, сообщает в воскресенье интернет-портал mixnews.lv. Советник министра Дайга Халма сообщила, что такое решение принято из-за того, что правящая в Латвии коалиция партий еще не определилась о национальной позиции по вопросу о приеме дополнительного количества беженцев, о чем в среду 9 сентября сообщил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. «Сейчас этот вопрос необходимо решить на внутриполитическом уровне», — сказала Халма. По данным СМИ, на внеочередном заседании Совета ЕС с участием министров юстиции и внутренних дел будет сообщено, что у Латвии нет национальной позиции в отношении приема дополнительного числа беженцев. Эту позицию, согласно регламенту, может озвучить посол Юхансоне.